теперь подпишись на наш канал. Всем привет, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала. Сегодня мы продолжаем играть в Rome Total War. Я настроен более-менее решительно, поэтому надо как-то отбиваться. Вот, например... Это кто? Катисон. Варвар-военачальник. Вот, начнем с него. А дальше будем разбираться в этой области с этими врагами. Нехорошо. Блин. Готовы поднять паруса. Очень нехорошо. Давайте сохранимся. И начнем, собственно, нашу игру. Так. Очень высокие налоги. Нормальные, высокие, очень высокие, хорошо. Низкие, нормальные, высокие. Пусть нормальные будут, а то они начинают уже бунтовать. Здесь высокие налоги, здесь очень высокие, здесь низкие. Понятно. Так, а что у нас? Угу. Два тарана, три лестницы, осадная башня. В общем, серьезно настроен парень. Сколько у него отрядов? 7 отрядов у нас. Значит, 3, 6, 9. Угу. Отсюда я не могу их выводить. Да, стратег. Да, стратег. Марш! Ходов больше нет, господин. Приказы? Уходим! Печаль, беда. Ладно. Готовы. Не доплывет. Ладно, да, сюда господин. Его отправим. Просто я боюсь, то что с этой стороны еще могут... приплыть разные нехорошие ребята. На автобой или так? Впрочем, знаете, я подожду. Подожду, когда он сам нападет. Угу. Здесь нам уже никуда не сбежать. К сожалению или к счастью. Бой нужно принять. На войне мы должны быстро, но осторожно. Сейчас мы надаем им по шее. Грязной, вонючей, немытой шее. Варварской. Если вы почувствуете какой-то странный запах, это ваши враги. Все верно. Я совсем забыл то, что у него лестница, там все дела. Как быть? Пожалуй. Значит, один отряд вот сюда. Один сюда. Один сюда.
один сюда. И по стандартной схеме три отряда здесь. Одна группа, а вы, значит, на стенах будете. Про вас совсем забыл. Так они не выйдут, блин. Ой, это что такое? Ну как быстро разобрались. Смотри, какой умный. Легкая пехота. Куда он ведет башню? Передвинуться. Оставьте их, давайте, давайте, ребята. Не тупите. Два человека. Мне надо не допустить, чтобы он лестницу поставил. По крайней мере, на эту стену. Башня загорелась, отлично. Просто замечательно. Можете, когда хотите. О, и таран горит. Тяжелый поход. Да не дайте им поднять. Лестницы достигли стен. Но врагам еще надо проникнуть в поселение. Один отряд побежал уже. Благородная кавалерия варваров. Уходим. Ну, пусть их стены обстреливают. Мои конники свою задачу выполнили. Эти, надеюсь, вернутся. Ну-ка. 44, отлично, 43 уже. Ну, кто там? Кто там, что там? Так, ребята, давайте строить. Положено. Что это такое вообще? Бардак.
биться насмерть. Блин, вы чё? Гасите их. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то нехорошее происходит. Да, вот так вот горит, твари вонючие. Они такие жесткие. Смотрите. Какие-то они жесткие. Смотрите, я их с двух сторон зажал, и все равно мои куда-то бегут. Сейчас попробуем другую тактику. Посмотрите на укрепление. Стены пали, и боги покинули нас. Ничего. Да вы чё, блин?
Зря, конечно, я вышел из укрытий. Чего они ждут, я не понимаю. Давайте уже атакуйте их. Да. Это какая-то херня. Так просрать битву, это просто жесть. Нервы вашего полководца не выдержали. Ваш доблест... Катись отсюда, тварь вонючая. Дом Юлия в Греции, Сенат, Сципионы, Понт, Империя Селевкидов. Ваша честь, а мне нужно немедленно поговорить с ним. Повелитель? Да, господин. Ходы кончились, господин. Мой повелитель? Да, господин. Тут еще второй. Такой натиск я бы не выдержал. Готовы! Эти корабли. Готовы. В атаку. Море наше. В атаку. Победа. Да, капитан. Готовы. Да, стратег. Приказы? Мой повелитель? Да, стратег. Да, стратег. Вперед! Да, стратег. Да, стратег. Мой повелитель? Да. Короче, что мне теперь делать? Мой повелитель. Возможно. Возможно.
нам удастся отбить Пелозору. Мне надо, чтобы вот эта армия отошла куда-нибудь подальше. Да чего он не нравится? Хорошо, сделаем ход. Не знаю, как еще мне вести эту кампанию, просто невозможно. Очевидное поражение, как так? Говорю, навно играть, потому что только нажимаешь автобой и ты моментально проигрываешь. Почему это? Мне не ясно. Армения, Понт, Домбруто, греческие города. Хорошо, мы подождем. Переобучим своих воинов, а потом надаем им по шее. Тварь такая, неблагодарная. Готовы. Скотина. Готовьтесь к атаке. Победа! Готовы поднять паруса. Корабли готовы. Да, господин. Корабли готовы. Что ты приперся? Победа! Козлина. Уходим. Плюс 3 командования, отлично. А, это не мой. Ваша честь. Слушай, давай мириться. Мне нужно немедленно поговорить с ним. Пошел ты в жопу. Чем могу служить? Сейчас. Хорошо, сдаем ход. Посмотрим, что нам уготовили наши враги. Вышел из Белозоры, что-то хочет. Как-нибудь стравить Дакию с Фракией. Дипломатия. Германия, Парфия. Как бы мне их стравить, вот этих Дакию и Фракию. Это неугомонный тип, а? Славим Ареса. Уничтожить их. Да как так? Что за херня вообще? Уничтожить их. Славная победа. Задолбал уже. Просто задолбал, ублюдок. Я не хочу участвовать в битве, потому что это очень долго. А на автобое меня выносят. Ну, понятное дело, и в битвах меня выносят, но не так часто, как на автобое. Смотри, что делается. Вы посмотрите. Откуда? Откуда у них столько денег? Сдаем ход. Это ж просто нереально. Читерские какие-то компы.
говно собачье прокачалось еще на мне. Понций гид там. Перемирие. Понт Армении, Египет, Селевкиды. Понятно. Все мне понятно. Слушай, ты что такой неугомонный, а? Козел. Тварь. Уходим. Атаку. Хотел его окружить, чтобы не убежал, но не получилось. Сдохни уже. Славная победа. Уходим. Ваша честь. Бегун какой-то. Так, что посоветуешь? На данный момент представляется разумным построить в этом поселении казармы ополченцев. Mm-hmm. Это позволит... На данный момент представляется разумным построить в этом поселении храм Деметры. Этот храм... На данный момент представляется разумным построить в этом поселении Одиона. Все, иди отсюда. Сдаем ход. Конечно, очень сложно. Вот, видите. Разбиваешь одну армию, через пару ходов приходит новая, полная, свежая. Как с ними бороться? Вот как, элементарно. Давайте сделаем вот так. Если я сейчас на автобой... Хорошо. Не хотите хорошему, будет по-плохому. Твари, блин. Шесть командования у моего военачальника. Ну как так? Что за параша вообще? Ой, ёлки-палки. Почему у меня ворота сломаны? Шпион, что ли, сидит в городе? Сейчас мы все сделаем по красоте. Сейчас он просрется просто. Так. Ты, у меня все ворота открыты вообще. Замечательно просто. Идиотизм какой-то. Ну ничего, ничего. Это ненадолго. Когда-нибудь эта вонючая сволочь ответит за свои деяния. Падла такая. Начинаем бой. Ну чё, скотина? Куда ты побежал, ублюдок?
Обосрался уже? Куда ты бежишь? Смотрите, одна легкая пехота. Боевая группа, один тип войск. Нет военачальника. Как мы могли на автобой проиграть? Вообще бред. Собачий. Давайте на ускоренном марше быстро. Зажали их и все. Скотина своя убегает. Падла такая вонючая. Давите их. Че вы встали? Посмотрите, моя конница просто их раздавливает, втаптывает в землю. Как мы могли им проиграть? Как? Этим вонючим, обосранным бомжам. Вражеский полководец убит. И сейчас его люди боятся вас. Настало время форсировать атаку. Вперед нахрен, давите их. Почему мои бегут, а не его? Что за херня? Я извиняюсь. Вы чё, блин? Что за дерьмо? Как так? Моя стратегия не работает. Давайте. Следующий идет. На очереди.
Угу. Обосрался. Козел. Кто там еще хочет? До свидания. Быстрее. Давайте давите эту сволоту. Позорно. Продолжим битву. Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Вырезайте их. Догнать и уничтожить, давайте. Смотри, еще огрызается тварь. Тварь вонючая. Вот так вот. Это победа, достойная бессмертных богов. Фух. День триумфа, о котором непременно будет сложено. Я уж думал, мы и эту битву проиграем. Слава богу, все обошлось. Но мы пока что терпим. Ну и делаем то, что можем. Победа! Наконец-то. А тут ничего мне показывает. Вообще бред какой-то. Ну что ж, друзья. Отбили мы Фессалоники. На этом, я думаю, пора заканчивать. Всем пока.